участке улицы Алма-Атинская рабочие спешно укладывают асфальт. Перекладку труб здесь начали пару дней назад. Участок сложный. Эту теплотрассу эксплуатируют почти полвека. Из-за частых аварий зимой приходилось отключать горячую воду в части Промышленного и Кировском районах. Чтобы в новый отопительный сезон войти без проблем, предприятие тепловых сетей проводит плановую замену труб. Объем работ оказался больше, чем планировали изначально. В итоге подрядчик превысил разрешенные сроки. Непосредственно на данном участке, Ставропольская, Алма-Атинская, трасса переходит улицу, поэтому работы были с закрытием движения. Департамент, как подразделение администрации, выдал разрешение предприятию на данных видов работ. При этом эти данные работы и схемы организации движения были согласованы с ГИБДД. Хотя по срокам мы давали им выполнить до утра понедельника, но по ряду причин предприятие не смогло это сделать. Помимо сроков, претензий к подрядчику есть и у дорожных инспекторов. После проверки выявили ряд нарушений. Дорожные знаки установлены не по нормативам. Это может привести к аварийной ситуации. По информации ГИБДД, с начала года из-за неправильно установленных знаков на ремонтных участках произошло 17 ДТП. К этому участку есть и другие замечания. На данном участке отсутствует ограждение места производства работ в полном объеме, отсутствует дополнительное освещение. Ненадлежащее содержание места производства работ напрямую влияет на безопасность дорожного движения и в полной мере не позволяет ее обеспечить. После проверки инспекторы составили административные протоколы. Теперь по закону на исправление недочетов дается несколько дней. Но подрядчик пообещал закончить ремонт уже сегодня. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».